Всем доброе утро. Значит, у нас новый день, и мы все же идем разбираться с бумажками дальше. Но сегодня мы идем в центральное здание. Сейчас вам покажу его. Вот. Ребята что-то делают, архитекторы. А мы идем вот в это здание. Сейчас будем разбираться с какими-то там бумажками, что-то подписывать, какие-то договора закрывать. В общем, будем разбираться. В общем, я только что был в шоке в таком. Пришел, думаю, сейчас будут куча бумажек, куча подписей. Куда-то отправлять еще будут. Пять минут, две подписи, все свободен. Отлично. Итак, все закончено. Все, что надо было, все документы, все бумажки, все. И сейчас едем в магазин. Едем не сами, а едем товарищем. Салям алейкум. Магазин. Здорово. Что-то такое зеленое. О, сколько там? Температура. 35. Ё-моё. Дождик, ты где? Да, его не помешает. Ох, сегодня такой тяжеленький день, конечно. Вот это побегать туда-сюда, позаносить некоторые документы. Все-таки тяжеловато. Но зато теперь я знаю, что я еду на конференцию в конце августа. На международную конференцию на несколько дней. Все оплачено институтом, меня это очень радует. Ну а сейчас с моим товарищем Богданом съездили в магазин. Мне нужно было футболки купить, ему там тоже шорты, футболку. Так что мы посмотрели, что каждый себе что-то. Я себе вот купил две в полочке. Они мне нравятся, такие вот простые, прозрачные. Вот. Ну как прозрачные, простые футболочки. Вот. 3 евро стоит, я себе купил 2 такие, и плюс у меня 2 такие еще есть. И еще купил себе ремень такой вот необычный, ну, мне он понравился. Вот так, так что вещичками закупились, теперь можно покушать и готовиться к экзамену. Сегодня у нас 12, да, а завтра уже 13 число и экзамен. Нужно его сдать. И что вы думаете? Сегодня я опять в университете. На 5 часов у меня экзамен вечером, но, как всегда, есть работа и есть чем заняться. Сегодня мы мучились над вот такой вот вещью. Это магнит. Он должен работать при двух токах, при постоянном и при переменном, но при переменном он не работает. Соответственно, мы здесь выпаяли что-то. Я не сильно силен в электронике, я больше в механике, материалах. Поэтому мы там повыпаивали, что нам мешало. Мы нашли транзистор вроде, или как он называется, вот такой. Он пробивается в обе стороны, хотя должен быть только в одну. В общем, ходил в магазинчик здесь рядышком, чтобы заказать вот эту штучку. Но наличия нет, нужно ждать. А я скоро планирую ехать домой. Поэтому отложим ремонт этого магнита уже ближе к осени.
И заодно я закуплю все детальки, которые нужны у нас в Украине. Что ж, а сейчас нужно еще поговорить с профессором, решить все вопросы, подготовиться к экзамену. Уже что тут подготавливаться? Уже 2 часа дня, экзамен на 5. То есть просто уже приехать к экзамену и сдать его. Ой, ну и что касается погоды, сегодня у нас тоже жара, опять 32, причем 32 в тени. Ой, надеюсь, будет дождь. Все прогнозы говорят, что будет дождь. Ждем дождь. А пока я пошел дальше заниматься и ехать на экзамен. В общем, пока сходил я в магазинчик, здесь у нас прошел дождик. Но его было настолько мало, что сейчас стало намного жарче, чем было. И это не радует. Дождик, дождик, давай еще, еще, еще и еще, чтобы стало попрохладнее. Ой, ну что, ребята, последний экзамен сдан, наконец-то, я доволен. 2 часа его сдавали, конечно же, экзамен письменный, проверяли все, перед этим еще рефераты проверяли, которые мы в прошлый раз принесли. В общем, экзамен сдан на 9 из 10, чему я очень рад. Ой, ну все. В этом году все сдано. Это был третий экзамен из 4. Надеюсь, четвертый экзамен сдам в следующем году. Пожалуй, без экзамена все. Теперь нужно пройти 2 комиссии. Одна комиссия на кафедре и одна комиссия на факультете будет. На факультете комиссия самая страшная. Там будут собирать всех аспирантов, всех годов. И нужно отчитываться, что ты именно проделал, что сделал, что не сделал. Но очень хорошо, что по своему плану я сделал все, что у меня было запланировано. Поэтому я думаю, что никаких сюрпризов меня не ожидать впереди. И сдам все на отлично. Ну что ж, на сегодня хватит, уже вечер. У нас уже 8:20, пора отдыхать. Что я, пожалуй, и сделаю. И, конечно же, советую вам тоже хорошенько отдохнуть.